Абакаров, я работаю в департаменте планирования ремонтов техперевооружения и реконструкции компании «Русгидро». Значит, что бы хотелось, как бы мне буквально недавно, там, на прошлой неделе предложили поучаствовать в конференции, и, соответственно, получив одобрение руководства, решил все-таки приехать и рассказать, поделиться, скажем так, нашим опытом, нашими взглядами на ближайшее будущее, потому что, скажем так, в условиях современного мира, конечно, правильно делать какие-то там, строить какие-то долгосрочные планы, конечно же, мы их строим, но все-таки я человек более приземленный и стараюсь всегда рассказывать о тех шагах, которые я буквально вижу и которые я уже, по сути, совершаю. Вот. Поэтому здесь в презентации будет показано ровно то, что есть, ровно то, как это работает. Ну, в смысле, в каком объеме будет это работать. То есть там будет специальный отдельный слайд, в котором даже будет показано, насколько все это у нас задействовано, насколько это работает. В принципе, если кому-то интересно, расскажу, почему, скажем, тот или иной функционал системы Toyota у нас работает именно на столько процентов, а не больше. Ну, во-первых, хотел бы показать, скажем так, где место системы управления активными фондами. Вообще, как бы у нас в компании внедрена система Максима, это продукт компании IBM. Но хочу сразу сказать, что мы к Максиме относимся как просто к одному из элементов системы УФАП, это система управления фондами активами. На самом деле УФАП это больше, чем просто Максима, и поэтому как бы, но в данном контексте, сегодняшней встречи, это я расскажу только про непосредственно Максима. Значит, ну вот система Максима, она у нас в общей системе комплексной информационной системы Русгидро находится вот этот только кусочек. Все остальное это весь остальное, скажем так, направление деятельности компании. То есть там в каких-то направлениях что-то автоматизировано, что-то нет, где-то это задумки, где-то уже что-то реализовано. Это параметры проекта Максима, то есть снизу я немножко привел, скажем так, этапы, на которые мы, скажем, условно разделяем весь проект Максима. Это первый этап был, это 4-7 год, когда Максима внедрялась на станциях Мурско-Камского каскада, тогда это еще было КВГЭК. И уже с 2007 года, начиная, пошел второй этап, это тиражирование на все основные станции, уже тогда созданы федеральные гидрогенерирующие компании. Ну, привел затраты, в принципе, как бы это не закрытая информация по первому, второму этапу. Третий этап внедрения УФАПа, непосредственно Максима, вернее, мы условно подразделяем его на то, что когда мы переходили со старой версии Максима 5.2 на версию 7. Это у нас произошло где-то, наверное, так за 2 года, здесь с конца 11 по сути, наверное, середина 13-го, ну, наверное, даже конец 13-го года. Сразу скажу, ну, изменения были, в целом по процессам, наверное, нет, но мы ощутили, то есть филиалы ощутили этот переход. Не скажу, что он был болезненным, он был менее болезненным, нежели чем внедрение самой системы, потому что станциям нашим некоторым уже по 70 лет, а система новая, и привыкать к чему-то новому очень сложно. Но за 2 года мы управились. Вот тот слайд, о котором я говорил, это запущенный в нашей Максима модуле и, в принципе, расписаны основные пользователи. Ну, вот здесь как раз бы я хотел сказать поподробнее. Значит, ну, вот, любая система базируется на каких-то справочниках, в частности, справочник, в данном случае, я выделил как модуль оборудования, то есть где у нас расписаны все, во-первых, заложен классификатор, значит, расписаны активы, расписаны местоположения, где они, значит, расположен. И здесь справа, справа в третьей части слайда я представил как раз процент использования данного функционала. Ну, сразу скажу, это была оценка, моя экспертная оценка, то есть в данном случае мы этим модулем пользуемся на 70%, потому что так получается, что мы особое внимание уделяем основному оборудованию, потому что это то, что, условно говоря, это наш бизнес вокруг крутится, вокруг основного оборудования. И мы
Очень много лет уже занимаемся в первую очередь оценкой состояния именно основного оборудования. Поэтому вот я и написал 70%, потому что у нас в системе заведено вспомогательное, конечно же, оборудование, но оно просто не паспортизировано. То есть, как бы мы, я всегда это открыто говорю, основное оборудование, да, мы знаем там, всю его историю, она у нас есть, то есть, даже вплоть до паспортов. По вспомогательному оборудованию паспорта, конечно же, есть, но системно эта работа не проводилась, потому что, ну, так получилось. В первую очередь, потому что станций много, станции разные, соответственно, вот как бы еще не дошли просто руки до того, чтобы причесать, скажем так, привести к единому формату там, паспорта вспомогательного оборудования. Следующий модуль, который у нас используется, это модуль планы. Значит, посредством него мы планируем производственную программу ремонтов и технического обслуживания. В Максима, именно в Максима у нас ведутся программы ремонтов и технического обслуживания. Значит, мало того, я чуть ниже расскажу. Значит, в части ремонтов у нас функционал в части ремонтов задействован максимум на 100%. То есть у нас ремонт максимум возможно спланировать программу ремонтов, причем по услугам, материалам. Значит, сразу скажу, у нас ресурсы не планируются, потому что у нас 95% ремонтной программы это подрядный способ. То есть мы людьми не управляем. Вот, при этом в системе у нас формируются рабочие задания. В системе мы можем посредством интеграции с грантсметой, мы здесь чуть ниже указаны. Посредством интеграции с грантсметой мы можем получить стоимость ремонтных работ. И в системе мы можем на основании загруженных смет, как по плану, так и по сметам подрядчиков, формировать акты выполненных работ. Причем по форме утвержденной, по форме КС-2. То есть этот функционал у нас в системе полностью готов, он у нас работает. И, мы им пользуемся. Хочу сразу сказать, что так получилось. Не все филиалы у нас этим функционалом, скажем так, по исполнению программы пользуются. Но здесь больше, скажем так, все-таки организационный момент, когда все зависит от главного инженера, как конкретного филиала. Если ему это нужно, как, например, на Саяно-Шушенской ГЭС, на Новосибирской ГЭС, главный инженер поставил подрядчику условия, я не подписываю акты, выгруженные не из максимума. Ему подрядчик другие акты не приносит. На других филиалах главный инженер таких условий не ставит, ему приносит акты полных работ, там, сформированные в той же грантсмете. Он его подписал, и дело с концом, сдали по бухгалтерии. То есть, например, Саянка у нас 100% актов выполненных работ печатается из максимума. Соответственно, там же закрываются рабочие задания, и вся история там есть. В планировании производственной программы у нас участвует еще такой модуль, как ТО ремонт. Это, по сути, модуль ППР, так называемый. В части ресурсов, у нас в модуле ресурсов расположены люди, то есть наши, как минимум, технические специалисты, которые ответственны за то или иное оборудование и принимают участие в приемке работы. Модуль рабочих заданий у нас влияет на, соответственно, функционал как по исполнению, как электронный журнал дефектов, здесь еще по планированию, в части с интеграцией с грантсметой, с ISFO. Что касается электронного журнала дефектов, здесь мы были, не побоюсь этого слова сказать, первой энергокомпанией России, которая перешла на электронный журнал дефектов, причем перешла официально. В 2011 году мы подписали соответствующий протокол с Ростехнадзором. У нас в компании нет бумажного журнала дефектов. Не исключено, что где-то когда-то там от какого-то специалиста какой-то станции Русгидро, именно Русгидро, не холдинга, а именно Русгидро, услышите, что у нас ведется бумажный журнал дефектов, так вот, знаете, что на этой станции занимаются саботажем. То есть у нас официально отменен бумажный журнал дефектов, и Ростехнадзор, приезжая на станцию, он требует выгрузку из системы и относится исключительно к ней. В части грантсметы у нас налажена интеграция с грантсметой уже лет 6. В данном контексте мы те планы,
по услугам и материалам, которые мы планируем в рабочих заданиях, мы выгружаем грантсмиту, там все осмечено, загружаем обратно, у нас получается работа с ее ценой. Интеграция с ISFO, в данном случае здесь речь идет об 1С, но, к сожалению, может и к счастью, мы сейчас переходим на SAP. Интеграцию мы, по сути, в 2013 году сделали, но в связи с переходом на SAP нам не дали ее ввести в эксплуатацию полноценно. Поэтому в какой-то части у нас интеграция работает, по справочникам, кое-каким обмениваемся, но в том объеме, в котором мы хотели, к сожалению, нам не удалось реализовать. Кстати, вот вернусь к электронному журналу дефектов, здесь в данном случае я писал 90%, мы сейчас дошли до того момента, когда понимаем, что нам необходимо перерабатывать классификатор дефектов. У нас, скажем так, электронный журнал дефектов выполняет, ну, извините за выражение, тупую функцию, это фиксировать дефект и его устранение. То есть какую-то вот аналитику очень сложно построить по существующему классификатору дефектов. Поэтому мы сейчас ресурсами нашего аналитического центра, который создан в компании, пытаемся немножко как-то переструктурировать, скажем так, создать, наверное, даже заново классификатор дефектов для того, чтобы можно было проводить соответствующие аналитики по дефектам, которые возникают на оборудовании. Последние два модуля – система оповещения и модуль сетевого планирования. В части системы оповещения там у нас оперативный персонал регистрирует. Это самописный модуль в свое время был. Сейчас у нас пока самописан, на самом деле у IBM есть уже максимум соответствующий модуль, который можно реализовать данный функционал. Здесь оперативники фиксируют возникающие на станции чрезвычайные ситуации. Остановка агрегата, там, ну не важно, все, что происходит, авария какая-то, не дай бог. Вот. И, соответственно, система делает, там все это классифицируется оперативным персоналом и делается рассылка на электронную почту руководства компании. Модуль сложного планирования, там мы планируем наши две программы, это программа ТО, вернее, программа НИР и программа ТИР. Соответственно, ну, также планируем там программу ремонтов и ТО, но сейчас мы настраиваем, синхронизируем этот модуль в той части, чтобы из максимума рабочие задания подтягивались и превращались в модуль сводного планирования, как сводная производственная программа. Почему я ниже указал, что он реализован не на платформе IBM Maxima. Значит, мы в свое время сделали эту специальную разработку. Дело в том, что в Maxima всегда хранится самая последняя версия. А модуль сводного планирования нам позволяет делать версии различные. То есть была такая, стала такая, потом изменилась. То есть, и потом проводить аналитику между этими версиями. То есть, версионность, к сожалению, в Maxima не поддерживается. И, ну, наверное, потому что такой стандарт на Западе, и они этим не пользуются. Вот. Значит, в этой части тоже написал, что 60%, ну, здесь, скажем так, все связано с тем, что появляется все больше и больше требований к данному модулю, но его платформа просто уже не позволяет ей развиваться, мы хотим просто перейти на промышленную платформу и там закрыть все наши потребности. Ну, теперь непосредственно там, по самой системе. Подобным образом у нас расписаны все справочники, то есть начиная от филиала. У нас есть филиалы как одностанционные, так и многостанционные. То есть вот подобную роду иерархии мы расписали все наши структуры активов, структуры местоположений. Что-то объединили в комплексы. Ну, например, не знаю, система пожаротушения. То есть она может быть разбросана, оборудования может быть много, объединили там систему. Вот так выглядит процесс планирования и исполнения производственной программы в Maxima. То есть на первом этапе специалисты формируют объем работ, проставляют сроки. Значит, вот я ниже указал Maxima Scheduler, это, скажем так, вот Maxima 5.2 существовал интеграция с Project. В Maxima 7 появился модуль, классный модуль Scheduler. В чем его преимущество? Для того, чтобы построить календарный график в Project, нужно было туда из Maxima выгрузить, обратно загрузить. И качество выгрузки и загрузки всегда зависело от тех рук, которые тебе модуль интеграции, скажем, эту интеграцию настраивал. Было очень много проблем. По сути, интеграция с Project у нас умерла через 3 месяца. Вот. Соответственно, сейчас мы уже протестировали Scheduler. Протестировал у нас ее Саня Шушинская ГЭС, самый исполнительный филиал. Они были достаточно
как бы удивлены его возможностями и сказали, купите нам его, мы будем пользоваться. Чем его удобство? Не нужно ничего никуда перегружать. Прямо в нем он запускается прямо в самое максимум. И значит, туда подтягивается вся программа, все рабочие задания. И его прелесть состоит в том, что открывается диаграмма Ганта, прямо на диаграмме Ганта можно подвигать вправо-влево соответствующие рабочие задания, выставить нужные необходимые сроки, сохранить, и все значит, сроки автоматом меняются в рабочих заданиях. То есть нет необходимости в каждое рабочее задание заходить и менять там сроки, то есть они меняются автоматом. Есть еще другая прелесть этого модуля, заключается в том, что в нем можно строить различные сценарии программы. То бишь, можно не применять данный там график ремонта, который получается, а можно его сохранить в виде сценария, создать другой, посмотреть, чем они тебе, какой тебе больше нравится, и в нужный момент применить тот, на котором ты остановился. И, соответственно, все сроки рабочего задания поменяются в соответствии с этим сценарием, и рабочее задание будет поступать в работу уже по данному. Вот, значит, специалисты технические наши формируют объемы и, по сути, график работ. Дальше специалисты-сметчики у нас работают по помощи грансмета, смечивают. Все это уходит в виде программы уже в блок, который занимается бюджетированием. Значит, все это запланировали в финансово-экономическом плане, в бизнес-плане. Дальше заключается договор, и на этапе исполнения программы в максимум загружается смета по договору, то есть смета подрядчика. И на основании смет подрядчика у нас происходит формирование и закрытие акта выполненных работ. Ну, здесь также на этапе исполнения представлено, что также интеграция с грансметой, там просто механически идет пересохранение файла, пересохранение акта выполненных работ, выгруженного из максимума, загрузка обратно. То есть там никакой расчетной работы не производится. Это делается чисто для того, чтобы там все коэффициенты все же как надо подвязали. Вот такой процесс. Я ниже написал про шедулю, что у нас план в 2015 году мы уже протиражировали на все филиалы. В этом году, я думаю, что мы по одному филиалу закроемся. Значит, здесь, по сути, то, что было на предыдущем слайде, просто расписано по шагам, то есть на каком этапе что куда происходит, передается и что выполняется. Это пример, значит, того, как используется журнал «Дефект». То есть та аналитика, как сразу говорю, грубая аналитика, которая, значит, у нас производится при помощи электронного журнала «Дефект». Здесь все выгружается в Excel, формируется, в смысле мы отчет выгружаем в Excel, формируем, соответственно, уже дальше на основании Excel мы просто формируем топоры, диаграммы. Но начиная с 2005 года, мы статистику всю 2005 года, все статистика у нас идет в МАУС. Опять-таки, даже вот если посмотреть по видам оборудования, там турбинное оборудование, у нас объем дефектов достаточно большой. Вот о чем я говорил про классификатор. То есть, например, большой объем дефектов, там, течь масла. В турбине много где может течь масло. То есть турбина состоит из большого набора узлов. Вот именно то, о чем я говорил, что мы вот этот классификатор хотим как раз-таки довести до того состояния, чтобы можно проводить аналитику. В каждом вот этом отделении еще была аналитика того, что конкретно происходит. Значит, здесь, соответственно, показана интеграция с грансметой, то есть вот прям скриншот с максимумом, здесь вот формируется набор, по сути, технологической карты выполнения работ. Здесь есть вкладочка услуги, здесь расписаны услуги. Как вы видите, они здесь уже связаны с ценниками, то есть то, что утверждено, либо какой-то ведомственный сборник, либо это федеральный сборник. Здесь есть вкладочка материала, соответственно, там также выбирается материал. Ну и представление, как это выглядит в грансмете. А можно вопрос? Да, конечно. А в грансмету, когда вы выгружаете, по самому деле, ну и вы все это делаете, что физически ее обрабатываете? В грансмету выгружаем, что делаем? Но потом формируется смета на работу. Значит, смотрите, у нас наши, по сути, вот этот вот набор услуг и материалов, это, по сути, уже смета. Да, мы формируем, скажем так, ведомости объемов работ уже в тех формулировках, которые есть в грансмете. Значит, когда все говорят, что технарь не понимает, что написано в грансмете, это небольшое лукавство. Ни один сборник по ремонту технических устройств
который есть в Грандсмите. Грандсмит — это просто инструмент, можно другую сметную программу придумать. Ни один сборник, скажем так, услуг, который разработан в России, он не разрабатывался финансистами, он разрабатывался технарями. Аналогичный сборник, отраслевую сметную нормативную базу, Росгидро заказал. И для того, чтобы как бы подтвердить свои слова, все, значит, скажем так, единичные операции расписывали наши технари. И сейчас на согласовании в Минрегионе, не знаю сейчас, кто это будет согласовать, может, Госстрой, потому что Минрегион, по-моему, расформировал. Вот, у них находится наша разработанная отраслевая сметная нормативная база, где, когда ее экспертизу отправляли на филиал, все удивлялись: о, это же я писал, да, это ты писал, то есть это твои формулировки. То есть все было сформировано, все формируется, вот эта часть права без кода формируется именно технарями. Вы выгружаете в Грандсмету, чтобы получить смету, правильно? Мы сейчас выгружаем в Грандсмету только для того, чтобы получить деньги. Деньги. Да. Сама обработка в Грандсмете у вас кто делает? Сметчики. Да. Сейчас, мало того, у нас, скажем так, раньше это делали сметчики, скажем так, производственного блока, сейчас у нас все сметчики выделены в отдел закупок, и механизм формирования сметы происходит немножко не так, как нужно, но это делают сметчики. То есть все, что происходит в Грандсмите, делают сметчики. А стоимость материалов? Значит, стоимость материалов, она тоже у нас, скажем так, используется. Значит, два вида материалов. Первый вид материалов — это материалы по федеральным сборникам, там, ФССЦ, ТСЦ там, и так далее. А второй вид материалов — это уникальные материалы, которые выйдут по прайс-листам. Вот, соответственно, ФССЦ материалы, стоимость их есть в той же Грандсмите. А по прайс-листам — это уже работа отдела закупок. То есть они приблизительные стоимости на старте говорят. И сметчики эти стоимости указывают. Ну, дальше уже подрядчик, когда приходит там со своей сметой на конкурс, он уже представляет свои стоимости. Ну, так как между формированием плана и планом и конкурсом может пройти достаточно большой период, во время экспертизы, скажем так, наши уже специалисты отдела закупок, они либо подтверждают эти стоимости, либо их там, на них дают замечания. Можно еще вопрос? То есть у вас вот этот весь расчет идет в рамках годового, да, планирования? Этот расчет идет в рамках годового планирования. Сама программа у нас строится, значит, сама программа у нас шестилетняя, она среднесрочная, то есть на 6 лет. То есть сейчас у нас мы живем по программе 14-19, в следующем году мы будем жить по программе 15-20. Вот. Но вот это осмечивание делается в рамках даже не годового, а двухлетнего. То есть есть рабочее задание на данный момент есть рабочее задание 2014 год, есть рабочее задание 2015 год. При этом ведомость дефектов формируется? Ведомости дефектов формируются, дефектные ведомости, но мы, так как у нас, условно говоря, планирование такое далекое, мы в первую очередь опираемся на типовые ведомости объемов работ. В 2013 году мы их разработали, альбом типовых ведомостей мы утвердили. И уже, соответственно, ближе к ремонту, когда производится дефектация, в эти рабочие задания вносятся какие-то изменения, дополнения, то есть что-то убирается, что-то дополняется. Но, в принципе, по опыту, скажем так, в основном идет снижение, и корректировка вообще бывает, ну, в пределах, может быть, 5, там, 10, максимум 10%. Разрабатывали сами или электромеханики? Типовые ведомости сами разрабатывали. Кто, механики? Механики, электрики. Кто больше их разработал? Механики, электрики, значит, ГТСники, потому что есть какие-то работы по гидротехническим сооружениям, типовые. Некоторые станции сформировали типовые ведомости по ГТС, сформировали вообще просто как перечень работ, без привязки к объему. Например, электрики и механики, они там на конкретные единицы оборудования сформировали уже с объемом, потому что, ну, понятно, то есть железка, у него там 10 болтов, он не может 8 выкрутить и крышку снять. Вот. А ГТСники просто как перечень, а уже непосредственно при планировании они эти объемы уточняют. Там, ему нужно 10 квадратных метров что-то сделать или 5. Вот. Вы спрашивали про хозспособ. Да. По хозспособу, ну, как я и говорил, у нас где-то в рамках всей компании, наверное, хозспособ процентов 5. Значит, по хозспособу у нас планируется только материал. Соответственно, создается рабочее задание, где перечисляется перечень материалов, которые дальше получают свою стоимость, и эта стоимость идет в программу. Нет, смету вы не делаете.
Смета по хозпособству мы не делаем. Ну, во всяком случае, есть ряд филиалов, которые делали смету, но сейчас они их тоже не делают. И требований как бы, таких не выставляли. Ну, надо будет, можно сделать. Ну, как бы, здесь вопрос, как бы, политический, надо или не надо. Ну, это то, что было реализовано в рамках интеграции с сайта. Ну, в настоящее время идет перевод на SAP, поэтому опыт с 1С, к сожалению, заканчивается. И это система оповещения. Как и говорил, для регистрации событий и оповещения руководства компании о возникающих авариях, чрезвычайных ситуациях. То есть здесь, условно говоря, само оповещение делится условно на две части, где идет основная информация о том, кто доложил, плюс что там произошло, какие последствия. Ну и здесь уже более подробно расписывается описание событий, причин событий. Сразу говорю, что у нас наше все оповещение, оно привязывается конкретно к единице оборудования, то есть мы в истории, которая хранится в максимум по каждой единице оборудования, видим в том числе и оповещение, то есть, которое привязано к конкретной единице оборудования. Ну, это вот я про слоты планирования, то, что говорил. Соответственно, вот наши, условно говоря, в максимум, как формируются рабочие задания на основании тех же дефектов, на основании типовых работ, то есть вот они отражаются в виде рабочих заданий. Вот. И потом уже вот в модуль слотного планирования как раз-таки у нас и все эти версии, куча версий по всем филиалам, они хранятся. То есть работу, скажем так, сводников мы ускорили, наверное, в разы, потому что раньше на эти изменения уходило очень много времени. Здесь, о чем я говорил в самом начале, это наше ближайшее развитие, то есть это то, что я вижу в виде обозримого будущего. Те направления – это, значит, управление материально-техническими ресурсами в части аварийного запаса, это модуль календарно-сетевого планирования, тот шедулер, про который я уже упомянул, модуль слотного планирования, то, что мы хотим его перевести на промышленную платформу, ну и, соответственно, модуль мониторинга и мобильные решения, вот Андрей Мамакин, он как раз-таки более подробно на последних двух остановится, я как бы просто тезисно хотел бы на этих двух последних строках остановиться. В части управления ЛТФ, в части аварийного запаса, ну, у нас есть стандарты оперативные по управлению аварийным запасом. Соответственно, ну, в соответствии с этим стандартом мы значит, и ведем всю свою деятельность. Аварийный запас у нас рассчитывается в соответствующих разработанных расчетных модулях в зависимости от состояния оборудование у нас планируется необходимое количество аварийного запаса, которое должно быть на складе. Ну и в системе мы реализовали как раз таки механизм. На данном этапе у нас реализован механизм значит, загрузки туда потребностей, которые должно быть на станции, и сравнение с тем, что есть на складе, и получение актуального, во-первых, актуального перечня и перечня потребностей. Следующим этапом, который уже, наверное, будет, я уже не готов сейчас ответить, в этом году или начать следующего года, мы все-таки выпустим в эксплуатацию, это будет механизм, скажем так, поддержания в актуальном, скажем так, даже не поддержания, а в таком состоянии. Аварийный запас тоже должен обслуживаться, то есть механизм обслуживания этого аварийного запаса, то есть есть запчасти, которые лежат на складе, нужно обслуживать. И, мало того, аварийный запас должен все время он имеет свой, скажем так, и он все время должен меняться, то есть он не может всю жизнь лежать на складе. Вот как раз таки система, мы сейчас настраиваем систему таким образом, чтобы она при планировании наших ремонтных работ говорила нам, что вот это, нужно это использовать и заказать новое. То есть вот это все у нас, мы как раз таки планируем до конца этого года все-таки завершить и в следующем году уже в работу пользователя модели. Модуль календарно-сетевого планирования, как я говорил, на Саянке мы уже его опробовали, и на основании данного модуля мы как раз хотим реализовать достаточно такую амбициозную вещь, это собрать полностью график не только ремонтов, но, наверное, все-таки график остановок, основного вспомогательного оборудования, которое у нас производится в компании, как в разрезе по филиалу, так и в разрезе всей компании. Потому что все понимают, что тот график, который дается системный оператор, хоть он и называется по правилам системного оператора график ремонта, он на самом деле является графиком остановки. Вот.
Поэтому как бы вот думаю, что в следующем году нам удастся этот модуль ввести полностью в работу. Ну, про модуль свободного планирования я уже говорил. Как бы мы также хотим его в будущем году начать переходить на промышленную платформу. Все-таки появились уже платформы, которые позволяют версионировать. И думаю, что мы все-таки эту часть тоже реализуем. Часть модуля мониторинга. Как я уже упомянул, у нас в компании существует создан аналитический центр, который занимается оценкой состояния основного оборудования, сейчас пока основного оборудования. И для оценки состояния основного оборудования аналитическому центру всегда требуется информация об активах. Информацию об активах можно получить тремя способами. Первый способ – это СУТП. Второй способ – это во время капитальных ремонтов производить какие-то испытания, какие-то замеры. Ну и плюс третий – это проводить там ежедневные, там, периодические обходы осмотра. Вот модуль мониторинг, по сути, который мы его уже в принципе подготовили, то есть у нас у Максима есть, и хотели его даже нам предложить, давайте запустим в эксплуатацию. Но мы просто посмотрели, а как изменится в этом случае жизнь наших работников. Получилось следующее, что оперативник берет журнал, бумажку и пошел по маршруту. Прошелся, записал, пришел и сел, и начинает все это заносить в систему. Когда ему это заносить? Вопрос очень такой спорный. То есть, по сути, у него начинается двойная работа. Сначала бумажку, потом систему. Поэтому было принято решение, что мы модуль мониторинг запустим одновременно с внедрением мобильного решения. То есть, когда у нас оперативный персонал будет ходить в обходы не с бумажкой, а будет ходить с планшетом и прямо на месте там же фиксировать те значения, значения параметров, которые необходимо снять. Кроме того, данное мобильное решение, оно, значит, будет использоваться службой мониторинга, которые будут проводить испытания при капитальных ремонтах. То есть они прямо в систему будут заносить соответствующие результаты измерений. И достаточно логика расчетов достаточно простая, она закладывается в систему для того, чтобы придя на свое рабочее место, он просто распечатал соответствующие протоколы, соответствующие акты испытаний и подложил соответствующую документацию. Вот. Таким образом, мы исключаем ошибки при переносе данных, то есть ему не нужно будет в двух местах где-то что-то писать, он сразу на месте будет все это заносить. И, соответственно, исключаем двойной ввод. Ошибки с одной стороны, с другой стороны ввод. Вот. Какие эффекты? Ну, конечно, может быть, с одной стороны скажете, да особо там эффектов никаких. На самом деле, когда эта работа отнимает достаточно большое количество, то есть это когда это рутина, она вот именно там сказывается, то есть когда человеку не нужно ничего в два места вносить, он заносит сразу на месте, прям не отходя, как говорится, от кассы. То есть вся эта информация сразу же заносится туда, куда нужно. Плюс ко всему сохранность обеспечивается этой информацией. Мы закладываем также проверку данных при вводе. То есть, условно говоря, нельзя случайно внести какое-то там заоблачное значение, только это просто невозможно. Ну и, соответственно, как я говорил, отчетность. То есть не нужно будет дополнительно идти куда-то, садиться, оформлять протокол, то есть все данные по испытаниям занес, пришел, сформировал соответствующий отчет, все отчеты, все соответствующие протоколы тебе на принтер распечатал, просто подписал, подшел ему на документацию. Вот, ну, здесь я расписал основные преимущества, которых мы достигли. Значит, так как у нас система одна, требования одни, поэтому у нас единый подход к планированию программ ремонтов. Мы на самом деле повысили качество планирования программ ремонтов на будущий период за счет использования типовых ведомостей. То есть, по сути, бюджет, если программа сформирована на основе типовой ведомости, он, скажем так, прогнозируем, то есть он понятен, и как бы тот объем плюс-минус, он как бы вполне допустим. У нас единый справочник услуг, материалов, запасных частей, то есть у нас каждый может увидеть, что лежит на соседнем складе, на складе соседнего филиала, но по большому счету у нас
здесь в данном случае речь идет о складе по аварийным запасам. У нас единые требования в адрес подрядной организации, но сразу скажу, что в Русгидро у нас ремонт выполняет, 99% ремонтных работ выполняет одна подрядная организация, это наша дочка 100% ремонтная, причем персонал, который там работает, это наши бывшие работники, то есть тот ремонтный персонал, который был выведен в свое время. Значит, ну, возможно сформировать оперативные отчетности по исполнению программы, это, да, это возможность есть, но, как я сказал, к сожалению, не все филиалы исполнения программ вовремя в системе ведут, но при наличии соответствующих писем в адрес филиалов ситуация быстро выправляется. Значит, ну, возможность формирования тренда затрат по каждой единице оборудования, конечно, это можно сделать, и, в принципе, это делается в условиях, когда станции, скажем так, оборудование станции более-менее соотносится, например, если соотнести оборудование Волжской и Жигулевской газовой, агрегаты одинаковые. Если пробежаться по остальным станциям, то такое сравнение можно сделать только в рамках одной станции. Между двумя станциями такое сделать нельзя. Кстати, вот пример Волжско-Жигулевской ГЭС, это когда в 2007-2008 год был выявлен перекос в части ремонтного бюджета для Жигулевской и Волжской ГЭС. То есть станции приблизительно одинакового возраста. Станции работают, агрегаты у них одинаковые. При этом ремонтные, условно говоря, затраты на ремонт одного агрегата у них отличались чуть ли не в два раза. Когда стали выяснять, одни, скажем так, перебдели, другие не добдели. То есть одни слишком много работ делали, другие делали работу что-то слишком мало. Но в итоге посидели, подумали, все сбалансировали, и приблизительно сейчас на один агрегат на мощный Жигулевской ГЭС входит одно и то же. Вопрос можно? Да. Вот по типовым технологическим картам, вы их сами делали или это типовые технологические карты, которые в то время разрабатывали ЦКБ и Нацремонт? Нет, вот именно наши, которые технологические карты, это наши, мы их сами разрабатываем. То есть это технологические карты, которые, условно говоря, по опыту сложились. Ну а насколько они подробные? Вплоть до инструмента или... Нет, наверное. Нет. Здесь в данном случае чисто по операциям. По операционным? Да. Значит, ну и единое требование к организации сбора данных на состояние производственных активов, это то, что сейчас предъявляется в модуле мониторинг. Это то, что потом идет в аналитический центр, то есть когда собирается данная информация об активах, для того, чтобы, условно говоря, здесь произвести оценку состояния там различных генераторов, различных станций, то есть в любом случае необходимо предъявить единые требования по сбору данных и выставить их филиалам, чтобы они соответствующим образом эту информацию собирали. То есть как бы компания старается унифицировать все подходы для того, чтобы можно было в рамках вот этого унифицированной, скажем так, линии двигаться и принимать какие-то управленческие решения. Ну, вот, наверное, все. Мой вопросик. Да. Как вы относитесь к идее внедрения методик RCM, BI, ранжирования рисков? Я не видел нигде вот этого механизма, как этот план работы лежит потом. Какая политика вашего центра? Ну, RCM и BI, конечно, буквально мне на прошлой неделе принесли технорабочий проект по внедрению RCM и BI. И первый вопрос, который я задал подрядчику, я сказал: напиши расшифровку, что это такое. Он как бы, да, хорошо. Не написал. Ну, прошла неделя, я пока такого документа повторно не видел. Соответственно, у нас внедряется, скажем так, подход RCM, долго у нас руководство ходило и вокруг этого, скажем так, и вокруг этой методологии, в итоге решили все-таки попробовать, и у нас сейчас идет проект по внедрению системы Айвара. Внедряется у нас в аналитическом центре, то есть аналитический центр у нас вообще это, скажем так, в целом есть аналитический центр, то есть по сути система поддержки принятия решений, но вот эти вот люди, которые обеспечивают эту поддержку принятия решений, они находятся в институтах наших, в научных и исследовательских институтах, которые один питерский, в НИИ Гнеденева, а второй НИЭС, который находится здесь в Москве.
То есть они когда сделали вот эти модели математически в турбинах, да, то есть в то время были такие Excel у вас. Но заготовки. Пока, скажем так, все это на начальной стадии, поэтому здесь я все написал то, что я вижу. Я, скажем так, вот понимаете, в чем дело? Сейчас то, что сделали в RCM, вот в iWare, это по сути переложили тот расчетный модуль, который есть у нас в Excel. Да. Здесь тут же возникает вопрос такой же, как в рекламе. А если нет разницы, зачем платить больше? Хотя при этом рассказывают, что там и так далее, и так далее. Я не привык говорить то, что я не знаю, а то, в чем я не уверен. Поэтому я намеренно не привел это направление. Хотя проект идет, там, да, НИЭСу это нравится. Но как бы даже было сначала предложение внедрить его на каждой станции. Я говорю, а зачем? Для чего так дорого? Нужно что-то внедрять на станции, где филиалы, наверное, будут этим работать, пользоваться раз в год, когда они будут там данные поставлять. Поэтому мы решили, что уровень филиалов – это уровень максимум. В модуль мониторинг будет заноситься вся первичная информация. Она будет уходить там, в iWare, неважно, куда она будет там, уходить. Она будет уходить в аналитический центр. Аналитический центр там, при помощи iWare, там, при помощи Excel, кто на коленке считает, они будут оценивать состояние наших производственных активов. Потом перепланировать уже... А потом перепланировать, конечно же, аналитический центр выдает нам рекомендации. В том числе будут, надеюсь, рекомендации по корректировке типовых ведомостей объемов работы. То есть, когда будет, условно говоря, мы будем поставлять ежедневную информацию по мониторингу, будем планировать, а, соответственно, уже по результатам аналитический центр будет нам давать какие-то рекомендации. Здесь обратить внимание, здесь там увеличить такой-то объем работы, здесь можно этот объем работы не делать и так далее. То есть вот этот процесс, мы считаем, что он будет жить, как бы, и все время как бы, что-то будет происходить. Спасибо.